Пятый алгоритм работы реле времени РФ-201М называется импульсный 2. При этом алгоритме оба канала работают независимо друг от друга. При подаче питания на канал реле сразу включается на заданное время, а потом выключается. Время включенного состояния задается регуляторами Т1 и Т2. Рассмотрим, как это работает. Установим переключатель А в положение 1.0.0. Пусть реле первого канала включится на 15 секунд, а второго канала на 30 секунд. Установим переключатели D1 и D2 в положение 0.0.1. Тем самым мы перешли в диапазон времени, где вся шкала T1 равна 10 секунд, а вся шкала T2 равна 100 секунд. На первом канале выставим T1 5 секунд и T2 10 секунд. Сумма T1 и T2 первого канала будет 15 секунд. На втором канале выставим T1 10 секунд и T2 20 секунд. Сумма T1 и T2 второго канала будет 30 секунд. Включим первый канал. Реле включилось. Через заданное время реле отключилось. При срабатывании первого канала замыкаются клеммы 1-2. Теперь включим второй канал. Реле включилось. Через заданное время реле отключилось. При срабатывании второго канала замыкаются клеммы 4-5. Вот так реле времени РФ-201М работает в алгоритме импульсный 2.